Вот конечный результат. Заставим все. Будет круто. Каркас из дерева. Стена обсохла. Вот уже повесили эти. Выставочные здесь образцы будут висеть телефонов. Столешница такая будет. То есть цена вопроса вот этого стола получилась 2500. Такой ресепшн получается. Уже видно очертания какие-то. Сейчас будем стыки замазывать. Гипсовая шпаклевка. Такой ресепшн получился. Осталось заполнить магазинчик наш. Завтра терминал поставят. Вот здесь будут тоже телефоны стоять. Друзья, привет. Сейчас делаю флип-флоп портрет для банка открытия. Засроченность работы. Мне вчера позвонили в 8 часов вечера. Сейчас время 10 утра. До 11 нужно успеть. Десятка за эту работу. Охренеть, десятка. Снова делаю картину в машину. А завтра в банке открытие. Ой, сегодня в час. Что ты, блин? В 11 часов открытия нужно за час успеть сделать. Внести вот это изображение сюда. Первый этап. Вот это изображение нужно перенести сюда на пленку. То есть мы сейчас как трафарет его сюда положим. Буду обводить и вырезать. Смотрите, вот я обвел, получается, сейчас по контуру. И вот у меня трафарет. Сейчас. Это вот такой трафарет. Я сейчас его вырезаю. И все, в принципе. Ну вот, получается, вот такой трафарет. А, вырезал. Сейчас можно наклеить на холст. Заклеил. Сейчас буду переклеивать на холст. Далее, как видите, вот клею пленку. Вот так вот. Таким макаром. Работаю на парковке. Вот перенес. Получается вот такой трафарет. Рисовываю вывеску такую от руки, получается прикольно. Вот с таким скальпелем сейчас буду красить. Телефон как у тракториста, блин, стал. Халява не халява, да?
нравится мне, как краска пахнет. Это не такая краска, не малевая. Не воняет особо. Ну это же гуашь, нет? А? Не гуашь? Акрил. Акрил, да. Самое крутое оформление, походу. Больше деньги это. Да, да. Это все. Ништяк, все хорошо, лишь бы денег приносило, да. Не-не, стой, тетя. Мазюка такая получается. Еще давай. Что-то пошло не так. Знаешь, в чем? Краски хорошо приклеивают. Много штучек. Сейчас ты, блядь, позгорел нахуй. Я, да? Да. Ничего себе. Классно получается, Тимур. У меня хуи какие-то. Мне нравится. Чего мне нравилось? Давай, сейчас.